Друзья, всем привет! Это канал «По дороге к трезвости». Классная погода, утро, и вышел записать видео. Хочу сегодня поговорить о том, что многие люди, которые хотят решить проблему с алкоголем, хотят, чтобы эту проблему решил кто-то за них. Они даже не задумываются и вообще не рассматривают такой вариант, что бросить пить самостоятельно. Погнали! Получается как? Человек сначала хочет с помощью алкоголя решить свои проблемы с плохим настроением. Он хочет забыться, расслабиться, так сказать, улучшить свое настроение. Тоже хочет с помощью алкоголя более ярче отметить день рождения с бухлом. Ну и, естественно, если какое-то там, не дай бог, горе, естественно, с помощью алкоголя облегчить свое состояние, чтобы не так сильно переживать, забыться, не думать о какой-то проблеме, которая произошла. И получается так, что человек хочет все это сделать с помощью алкоголя, не самостоятельно. А когда начинаются проблемы с самим алкоголем, он хочет, чтобы кто-то решил его проблемы теперь уже с алкоголем. И вот он начинает смотреть разные методики, советоваться со знакомыми, смотреть YouTube и ищет способ волшебный, как отказаться от алкоголя, но не самостоятельно. Он думает, что он начитается книг, пойдет, там, я не знаю, к наркологу, закодируется и все. То есть вот даже люди, которые рассчитывают на кодировку, они приходят, они думают, им сделали укол, бах, и все, тяга пропала. Ему сделали укол, и он больше не хочет пить. Да будет он хотеть пить, и будет хотеть долго он пить, если он идет кодироваться. В голове не приняв решение и не осознав, что с алкоголем дальше все, ему край. И если человек закодировался, но в голове крутятся мысли о том, что охота бухать и что, блин, когда же там быстрее пройдет кодировка, пройдет полгода, я смогу пить нормально, все, он либо сорвется раньше, либо он выдержит эту кодировку и будет пить хлеще, чем пил до этого. Надеясь на методы, надеясь на прочтенную какую-то литературу, надеясь на врача, к которому он придет, он вообще не надеется на себя, на свои силы он не надеется. Он рассчитывает на то, что ему дадут вот что-то. Те люди, к которым он пойдет за помощью, либо книги, либо он что-то посмотрит, и вот у него появится в голове вот этот вот луч света, бах, и все, он не пьет. Но так не будет. Человек должен в голове у себя признать, что есть проблема, признать, что только полный отказ может изменить его жизнь. А все остальное это как вспомогательные могут быть инструменты. Дополнительно посмотреть какое-то видео, прочитать какую-то книгу, пообщаться со знакомым, кто отказался тоже. И он расскажет, там, что да, там все классно, и со здоровьем лучше, и там все, нервная система становится постепенно, приходит в порядок, спокойно спишь, на работе наладилось. Ну то есть о плюсах трезвой жизни, чтобы ему рассказал знакомый, дополнительно тем самым его промотивировав. Очень часто спрашиваю у людей, которые вот пишут и комментарии, и пишут сообщения личные. Хочу бросить пить, но не знаю как. И вот я спрашиваю, а что вот ты сделал для того, чтобы бросить пить? Ну не знаю, но я хотел. Но я вот хотел не пить на Новый год, в итоге сорвался. Но я хотел трезво отметить. Но я не пил 2 недели, потом пошел в гости, там напился. И вот кроме как слова «хотел», «планировал», «я думал», ничего многие люди-то не делают. Они сидят вот только размышляют, когда вот что-то произошло, проблема какая-то. Какая-то ситуация, которая заставила задуматься в очередной раз. Вот тогда вот да, они думают, так, ну все, надо заканчивать. Потом проходит неделя, что-то там более-менее налаживается, настроение меняется, и человек опять бухает. Хотят, чтобы им помогли другие, но помочь себе в такой ситуации человек может только сам. Исключительно он сам. Все остальное
Это как вспомогательные могут быть такие бонусы, подсказки. Но все движение он начинает сам, и в первую очередь у себя в голове. Вот, пить, бросить – это очень сложно. Да на самом деле гораздо сложнее жить вот жизнью пьющего человека. Постоянно разруливать какие-то ситуации, возвращать долги, отмазываться от работы, либо менять работу. Налаживать отношения с близкими, тут же их портить. Налаживать, портить. И вообще, ну куча всего это перечислять можно бесконечно просто. Вот и это тяжело делать. Ну хотя, с другой стороны, это можно не делать, можно забить. В итоге спиться, стать бомжом и сдохнуть от цирроза печени. Ну или там, я не знаю, на морозе замерзнуть. Вот сложнее вот это все выруливать постоянно. И гораздо проще, когда алкоголя нет, и вот этой вот огромного вот этого вот багажа проблем, его больше просто не будет никогда. Перечислять то, чего не будет, я тоже не буду, об этом много сказано. Вот всех проблем их не будет. Трезвой жизнью жить проще в этом плане. Гораздо проще. Люди настолько перестали вообще не то что верить, даже задумываться о том, что они способны сделать это сами. Вот, ну, есть люди, действительно, вот, ну, они не вообще, ну, в принципе, не рассматривают то, чтобы самому просто взять в себя в руки, подумать и принять решение, которое нужно было очень давно принять, и самое главное – делать. Принимать решение можно каждый день, но делать его начинают далеко не все. Я сам принимал решение 100 раз. И 100 раз это решение менял, причем менял там чуть ли не на следующий день, когда появлялась там компания, настроение или, ну, все что угодно. Я брал и свое решение это менял. Вчера там думал, так, все, трезвая жизнь, в итоге первые выходные или даже там следующий день, пятница. Да ладно, последний раз там погульбаним, потом все, завяжу. Нет, не бывает так. Если принял, вот в этот же момент нужно отказываться. Даже если в этот же день звонят и зовут куда-то, все, отказываться. Либо, ну, я не знаю, прийти и сразу всем сказать, я не буду пить, мне не предлагайте. Вот рассчитывают на все, что угодно. На кодировку, на какие-то методы, на какую-то литературу, на наркологов, психологов. Вот все, что угодно, только чтобы не сам. Вот чтобы не самому сесть, подумать и начать действовать. А все остальное нужно использовать как вспомогательные какие-то подсказки. Никто за человека не решит его проблему с алкоголем. Ни один другой человек. Единственное, вот, что могу выделить, это рождение ребенка. Да, рождение ребенка может поменять. Но не всегда. Друзья, верьте в свои силы, верьте в себя. Если вы начинаете двигаться в правильном направлении, используйте любые подсказки, любые бонусы, чтобы укрепляться в своем решении, которое и без того уже должно быть железобетонным. Все получится только у того человека, кто начал эту дорогу. Дорогу осилит идущий. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Всем мира!